В Хангаласском районе открыли еще одну официальную ледовую переправу по маршруту Батамай-Лабыджа. Эта дорога ведет прямиком к основанию Ленских столбов. Сюжет Виолетты Засимовой. Мы находимся на ледовой переправе, которая берет начало с участка Батамай, относящейся к селу Тумул. Она ведет в местность Лабыджа, где начинается тропа на смотровую площадку, где туристы могут насладиться зимним видом Ленских столбов, а также посетить гостевые домики. Поехали! Это уже четвертая по счету официально открытая ледовая переправа в Хангаласском улусе. Если первые три носят стратегический характер, то переправа Батымай-Лабыджа скорее рассчитана на туристов. Была раньше как нелегальная статус, нелегальная переправа, ну как не оборудованная, как положено. Вот добились все-таки в этом году, что все документальные части и все нормативы были у нас дорожниками исполнены. Обустройством переправы в этом году занималась компания «Вилюй Автодор». Ширина дороги составляет 6 метров. По бокам она дополнительно оборудована противозаносными полосами. Мы до этого перевозили туристов с местности Батамай, 3 километра на снегоходах. А сейчас уже можно подъехать прямо к столбам на своих автомобилях. Мы еще дальше будем еще улучшать, оптимизировать трассу, подровняем и расширим стоянку. Приехав сюда, туристы могут остановиться в гостевых домиках, подняться по расчищенной тропе на смотровую площадку, а в скором времени должны открыться пункты обогрева. Вот мы и находимся на крыльце гостевого домика, который могут арендовать туристы. Слева от меня начинается тропа к вершине Ленских столбов протяженностью 2 километра. Одними из первых, кто оценил только что открытую переправу и красоту зимних Ленских столбов, стали туристы из Южноафриканской республики Джулия и Карло Тониун, и остались очень довольны. Подъем до вершины – настоящее испытание, ради которого я приехала. Это здорово. Я порекомендовала бы каждому приехать сюда. Здесь на самом деле чудесно. Переправа будет функционировать до 15 апреля. На протяжении года в рамках Года экологии, объявленного в России, руководством природного парка «Ленские столбы» запланирован целый ряд мероприятий. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК «Саха», Хангаласский улус.